И у нас уже зашли еще партнеры. Я очень рада, дорогие друзья, с добрым утром, рада всех приветствовать. На связи с вами Лариса Иванова из города Ростова. Из Ростова-на-Дону. Ай, Дону, Дону, Дону. Вот так, да, перед вами представилась. И немножечко скажу, давайте мы пока будем тянуться кверху, да, тянемся, тянемся, вытягиваемся, растягиваем позвоночник. И я расскажу для тех, кто первый раз, да, что йога смеха, она отличается от смеха зарядки, потому что смеха зарядка – это просто смех, ну, естественно, что даже когда мы улыбаемся, организм все равно считывает наш мозг, да, и наполняется гормонами радости. Йога смеха – это глубже, это целая тренировка, это целая наука. Есть такая наука – гелотология. Это наука о смехе, именно о целебном комплексном воздействии на организм человека. Так вот, чтобы это было действительно комплексным воздействием, Мадан Катария, основатель йоги смеха, он продумал целую систему, где включены и правила смеха, и дыхательные практики, и голосовая терапия. Но чтобы было весело, да, включаются различные игротехники. Ну а мы с вами разбавляем еще всего, у нас целая мастерская получается смеха, потому что мы включаем и нейрогимнастику на прокачку нашего мозга, да, чтобы он был пластичным, гибким, да, то есть это пластика, это пальчиковая гимнастика, которая позволяет нашу память укрепить, да. Сделать нас вот более такими адаптивными в наше сложное время, турбулентное время. Делаем вдох, потянулись, потянулись, потянулись. И выдох. И когда мы дышим, какие же есть правила? Мы набираем низ живота именно вдох. То есть вот если обычно, когда человек смеется, не задумываясь, да, или вот скажи вам всем вот, сделать вдох. И обычно люди, которые новички, они делают вот так, да, то есть у них поднимаются плечи, у них именно грудная клетка набирается воздуха, а нам нужно с точностью наоборот, плечи оставили на месте, мы именно в животик набираем воздуха, вдох, вот у нас надулся, плечи, грудь у нас опущены, вот вдох, набрались гормонами радости, а вот когда выдох, наш животик втягивается, именно на выдохе, да, пупочек вот тянется к позвоночнику. И еще раз вдох. И выдох. То есть дышим мы низом живота. Начинаем мы смеяться. Обязательно, конечно же, одеваем улыбку, да, и смеемся на букву А. Почему? Ну, потому что, помните, робот в каком-то фильме смеялся, он так хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот чтобы не было вот такого смеха, да, демонического, да, мы обязательно надеваем улыбку. Улыбка, мы знаем, что это еще фейсбилдинг, и когда мы проводим наши тренировки, то мы действительно вместе с гормонами радости еще и получаем нашу молодость, да, потому что все мышцы у нас прокачиваются наверх. Почему А начинаем? Потому что А – это стартер, и легче всего смеяться именно с буквы А. А когда мы уже разогрели наше горлышко, прокачались, вот тогда мы в конце уже включаем часто звукотерапию, и мы уже разные звуки пропеваем, и на разные звуки уже и смеемся. Да, это тренировка, совершенно верно. Какие у нас еще правила? А именно, мы широко открываем рот. Широко открываем рот, вот так, А-а-а! И давайте скажем, кто мультимиллионер, скажите «Я!». И чем больше у нас открыт рот, и чем громче мы это произносим, для чего это нужно, тем больше выходит поток воздуха. Да? Именно все эти упражнения, они связаны с одним самым главным. Они направлены на то, чтобы ваш выдох был максимально длинным. Для чего это нужно? Для того, что когда вы полностью выдохнули, да, уже вот даже звука нет, а вы бесшумно продолжаете выдыхать, вот тогда ваш объем легких раскрывается полностью. И вот тогда мы дышим, вместо 1 литра принимаем более 4 литров кислорода.
Вот в чем разница. Именно поэтому йога смеха – это еще и постковидная реабилитация. Ну, не только постковидная, да, это усиление кровообращения, это поступление кислорода в наш мозг, к сердцу, в каждую клеточку, да, учащение, да. У нас лучше работает организм, это как тренировка в спортзале, мы избавляемся от лишних калорий, да. Вот, и, конечно, это эмоциональный интеллект, и все это вместе в целом служит миру во всем мире, да, потому что чем человек внутри наполнен, тем он и делится. И сейчас, дорогие друзья, вот все эти правила вспоминаем на букву А, широко открываем рот, да, берем два таких вот, ну, смехолепешки давайте возьмем, да, и на букву А громко, широко открыв рот, и долго смеемся на выдохе, вдох, и... Смотрите, воздуха нет, а мы бесшумно продолжаем смеяться. Еще раз вдох. И... Кстати, очень хорошо после простуды делать йогу смеха. Вот у меня недавно была простуда, я еще чувствую, что вот хочется откашливаться, да. Это классно, потому что и не только после простуды, да, и мы спим, у нас, ну, там что-то накапливается еще в горлышке, да, и нам нужно от этого избавляться. И вот когда вы чувствуете, что вам хочется откашляться в любое время, вы начинаете это делать. Давайте сейчас мы подкашливаемся, как будто мы стеночку отталкиваем. И вот те же правила, они у нас и для смеха идут, да, и для звукотерапии идут. То есть максимально открываем рот погромче и длинный-длинный выдох. Давайте подкашливаемся и мячик отталкиваем. Вдох. Долго-долго-долго. Сплёвываем салфеточку или отходите. Еще раз вдох. Еще раз вдох. И немножечко как вниз мячик. Все от себя выдавливаем. Так, хорошо, молодцы. И теперь еще раз громко, долго, вдох и смеемся. И... Воздуха нет, и тогда мы широко распахиваем легкие, берем много-много кислорода. И последнее правило сейчас, к этому еще добавляем тело в дело, да, чтобы у нас смех был заразительный. Включаем свое творчество, представьте, что вы артисты в театре, и вам говорят, нужно смеяться очень заразительно, чтобы рассмешить всех. Приготовились, вдох. И... И вот видим, видите, мы вначале смеемся на букву А, потому что у нас еще горлышко вот с утра, оно не сильно прокачано, не сильно подготовлено, но мы откашлялись, да, мы просмеялись, оно постепенно у нас так вот уже разогревается, регистры открываются, в конце мы пропоем звуки, и вы почувствуете, что и голос будет другой, более такой объемный, да? Ну хорошо, а сейчас мы с вами выпьем наш коктейль радости, обязательно с утра. И сюда у нас добавляем радугу счастья, сюда здоровье, все, что мы желаем, самое доброе. И это все смешиваем на 4 счета. Наклоняемся хорошо.
Смешиваем, пьем и смеемся. Берем бочку и сюда здоровье, радугу счастья, гормоны радости, изобилия, процветания, благополучия, уверенность, лидерство, высокую самооценку. Все самое лучшее. Бочку берем, поднимаем. И сейчас будем выливать на себя и пить, и выливать. Уже можем О добавить. Хорошо, да, в таком молодильном коктейле. Хорошо, хорошо, замешиваем. И мозг наш делаем таким пластичным, да. Что еще кому не хватает? Ну-ка, подсыпали гормонов счастья, добавили, замешали. У кого тут низкая самооценка? Ну-ка, самоуверенности добавили, да. Волосы хорошо, так и говорим, мои волосы здоровые, мои волосы крепкие, мои волосы сильные, блестящие, эластичные, густые, да, вот так скальп, так, да, и этот коктейль мы его хорошо-хорошо убиваем, да, вот, и говорим, мое лицо молодое, улыбка на лице, да, обязательно. Лицо расцветает, морщинки исчезают, да. Наверх мы вот так все прокачиваем вместе с улыбочкой, да. Ушки растираем. Да, хорошо, чтобы красные были, как на день рождения, да. Все точечки хорошо проминаем, хорошо. Молодцы. И вбиваем наш коктейль, да, и растираем. И обязательно смеемся. Друзья, я говорю, вы обязательно смейтесь, потому что я еще стараюсь на что-то ваше внимание обратить, да? Вот, а вы обязательно и смеемся, и проговариваем все. Метафизика рулит, мое тело молодое, мое тело красивое, моя кожа эластична, да? Хорошо-хорошо себя проминаем. Я точка такая тут лидерская, да? Хорошо растираем. Так, подмышками обязательно вот здесь у нас редко задействуются вот эти вот мышцы, и чтобы здесь все не застаивалось, надо приток кровообращения сюда тоже хорошо-хорошо опустить. И спинку хорошо-хорошо. Так, проминаем, улыбаемся, смеемся. У кого холка, это носите проблемы, носите обиды, надо избавляться обязательно от этого, постучали, постучали, все, долой, 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 выкинули все проблемы, выгоняем, выпиваем, как пыль из матраса, да, и все выкинули, все как облачко у нас, да, рассеялось, да. И немножечко давайте разомнемся с вами. Верхняя часть туловища, таз на месте стоит. Да. Кто не может, по точкам делайте. Вот, потому что в жизни не так часто мы именно вот верхний отдел позвоночника заставляем работать. Хорошо. Голову. Вот такая у нас голова. Попробуйте в другую сторону. И соединяю верхняя часть туловища и голова. Теперь все на месте, только таз работает. Плечи на месте, голова на месте. Работает только таз. Угу. И в другую сторону. Хорошо, колено, локоть, и смеемся. И можно чунга-чанга петь. А теперь в сторону. И пружиним. Хо-хо, прыгай. Хо-хо.
международная считалочка. Хорошо, хорошо, да. Лучший день, да. Тянемся вдох. Набираем, представляем много-много радости. Самые любимые ароматы цветов, морского бриза. Выдох. Еще раз, кому какой нравится аромат. Вдох. Задержали. Держим, держим. Вот, немножко поболтыхали, чтобы пропиталось все. Погладили. Молодцы, молодцы. Ну что, давайте немножечко пальчиковой гимнастикой разомнемся. Пальчик-зайчик. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Хлопочек добавляем. Раз, два. Раз, два. Каждый делайте в своем темпе. Кто-то, может, уже вот так будет делать, а кто-то медленно, спокойно. Хорошо, молодцы. И считалочкой, да? Ну, давайте. Цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла, да? Кто-то уже знает эту считалку, но самое главное проговаривать. Наш речевой аппарат, он должен хорошо работать. Каждый, кто проводит тренировки, кто хочет быть спикером, коучем, обязательно нужно говорить, проговаривать различные скороговорки. И поехали. Цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. И поехали. Цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. Соединяем. Цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. Побыстрее. Цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. Цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. Цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. Скажите, цапля сдохла, она тут смеется, да? Берет эту цаплю и в нашу бочку, где у нас тут молодильный живительный коктейль, и эту цаплю... Записочку пока она там оставим немножечко. Пусть очухается. Записочку пишем, свои желания. Будем к ножке цапли привязывать. Да, пишите, какие у вас мечты. И пишите, я здорова, да? Кто-то скажет, мир во всем мире. Любовь взаимная. Успех. Вот, пишите, каждый свое. Угу. Достаем эту цаплю, записочку к ножке привязываем и отпускаем со смехом. И... Цапля летит во вселенную, наши желания обязательно исполнятся. Вдох. И... А теперь мы приходим в театр, и нам говорят, ну, тяните эмоцию, и ее будете изображать. И мы тянем из шкафа какую-то эмоцию, одеваем на себя, смотрим. Царевна Несмеяна! И плачем на букву И. Ну, попритворяйтесь. И берем эту эмоцию и со смехом прощаемся навсегда. Кто у нас тут недавно плакал? Прощаемся. Тянем новую эмоцию. Берем. Одеваем. Я что, не... Страшно как! Эмоции страха все изобразили. Ой, как страшно! Снимаем эту эмоцию и со смехом прощаемся! Пусть летит далеко и навсегда! Тянем еще эмоцию. Тянем. Надеваем на себя. Что тут собрались? Я в гневе. Убираем, кто тут недавно злился и ссорился. Убираем и прощаемся с этой эмоцией.
Тянем еще, тянем. Тянем, 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 тянем. Надеваем. Эмоция обиды. Вот так. Убираем эти все обиды. И... Все превращаются в облачко, растворяются. И тянем, тянем еще. Какая же у нас еще эмоция будет? Что же у нас тут будет? Да, хорошо, хорошо, да, лучший день, лучший день, да. А это эмоция радости, эмоция смеха. И я вытянула вот такой необыкновенный какой-то камень. Посмотрим, что же. О, а вы такие все молодые. Такие все классные, красавчики. Вау. И весь мир в желтых красках. Цвет солнышка. Цвет радости. Цвет богатства. И желтые одуванчики, и желтые птички. И небо тоже желтое, и облака желтые. И как красиво! И, друзья, пусть сегодняшний день будет наполнен вот такими желтыми красками. Майка у меня желтая, а здесь вот такое вот сердечко. И я это сердечко беру и каждому в окошко кидаю. А вы мне кидайте, хорошо? Нарисовали сердечки и друг другу в окошке обмениваемся. Открывайте окошки, чтобы залетали сердечки у каждого, кого открыто окошко. И два сердечка. Молодцы, молодцы, да. Лучший день, лучший день, да. Хорошо. Ну и сейчас мы с вами попропиваем звуки. Сейчас у нас с вами будет звукотерапия. И звуки, они очень хорошо тоже резонируют с каждым нашим органом. Да? И мы начнем со звука А. И также тянем долго, сколько можем. Низ живота набираем воздух, вдох. Шире, шире ротика, где улыбочки? Тянем, 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 сколько можем, сколько можем. Так, хорошо, хорошо. Так, звук О, вдох. Если у кого-то будет откашливание в процессе, обязательно откашливайтесь. Вдох. А теперь добавим М. Встанем на носочки. Вдох. Поехали. И здесь должно быть так вот шикотно. Подкашливаемся. Хорошо. А сейчас мы пропоем А, О, У, И вместе. Хорошо? А, О, У, И. Вдох. На одном выдохе. А-о-о.
Хорошо. А сейчас еще добавим букву Э. А, О, У, И, Э. Вдох. Получается? Хорошо. Ну а сейчас букву Я и говорим себе любимая, все, что вы хотите. Я победитель. Я любимая. Я любящая. Я красивая, я настоящая, я цветущая, я счастлива, я жизнерадостна, я здоровая, молодая. Все, что вы хотите себе, мужчины в мужском роде, да, проговариваем, да, вот про себя. И в этот момент поем я, да, это все про меня. И вдох во вселенную, прям чтобы прям слышно было, вдох. Я! И вдох делаем, когда уже воздуха не осталось, прямо задыхаемся, да-да, широко распахиваем наши легкие, как два парашюта, берем много-много кислорода. Хорошо, молодцы. И чувствуете, у нас уже горлышко становится более объемно, да, регистры открываются, мы прокашляли, избавились от всего ненужного, да, и набрались новых хороших эмоций. И давайте мы сейчас с вами просмеемся теперь на все буквы, которые мы с вами вот прокатали, да, прогрели, и приготовились, вдох, и регистры разные делать, высокие, низкие, балуйтесь, импровизируйте, вдох, и... Включайте микрофоны. Водичку, да, все приготовили водичку,
И всегда пусть она стоит, заряжается. И мы с удовольствием ее потом пьем, потому что вода имеет память, все это знают, она структурируется, да? Поэтому пейте и всегда только добрыми словами заряжайте. Да, всем счастья, здоровья. Ну и пока у нас не отключилось, можете кто-то что-то сказать. Можете пожелать что-то друг другу. Настроение. Как ваше самочувствие? Самочувствие отличное. Благодарю, Лариса, спасибо. Моя хорошая, давайте поаплодируем Азербайджану. И таким прекрасным королевам, да, Салиха, приветствую, дорогая. Друзья, мы с вами оплачивали финансовый поток, да, сегодня мы поработали больше над эмоциями. Завтра что хотите? То есть у нас может быть больше упор на пальчиковую гимнастику, нейрогимнастика, да? Больше упор может быть, да, на метафизику, когда мы включаем к смеху еще физические упражнения. Да, работа с эмоциями, работа над финансовым потоком. То есть может быть разное. Над дыханием, да, почему йога смеха? Йога – это дыхание, поэтому здесь так много уделяется внимания. Поэтому что бы вы хотели больше, чтобы мы прокачивали? Что, каких ингредиентов не хватает в нашем винегрете? Ну, друзья, вы можете писать свои пожелания, у нас же есть чат-канал, да, все вы там есть? Да. Да, вот здесь должно быть, посмотрите вообще, если сохранилось, я когда написала, да, переход, чат-канал, смехоэнергия, юга смеха, да. Вы пишите свои пожелания, пишите, что бы вам больше хотелось, потому что вы видите, наши тренировки, они разные, хотя вот структура построения на дыхание, правила, они, конечно же, повторяются, эти правила, они относятся и к смеху, и к откашливанию, и к звукотерапии, да, широко открыт рот, улыбка, длинный-длинный выдох максимально, да, то есть это мы включаем всегда, да. Как наш король, расскажи, Сергей, как самочувствие, как настроение? Всегда, когда смеешься, всегда настроение хорошее. А когда смеешься в коллективе,